Друзья, рад всех поприветствовать в работе автомобиль Land Cruiser 200. Заметка будет касаться тормозных дисков и проточки тормозных дисков на токарном станке. У меня сейчас установлены практически новые тормозные диски, которые были проточены на токарном станке. Грамотный токарь, он сказал мне, что в принципе по индикатору на станке диски в ноль проточены. Ну и можно видеть работу, да, они действительно хорошо сделаны, то есть все четко. Шероховатость достаточно неплохо выведена. Но в итоге, по факту, когда мы ставим эти диски на автомобиль, на руле достаточно жесткое происходит биение. Я после установки индикаторной стойкой биение проверял. Показывает в рамках допуска 5 соток по биению. Но, тем не менее, на автомобиле диски не работают, поэтому с данными экспериментами я работы завершаю. На токарке я больше ничего не протачиваю, поэтому если у вас по дискам есть биение, протачивайте либо не снимая с автомобиля на специальном оборудовании, тогда вы будете компенсировать, соответственно, биение по ступице, либо ставьте новые тормозные диски. В общем, эксперименты с токаркой практически никогда успехом не заканчиваются. Ну, либо требуются высокоточные какие-то крупногабаритные станки, которые позволяют данный диск, во-первых, грамотно забазировать на станке и большую площадь вот эту грамотно проточить. В общем, берем на заметку. Всем желаю удачи, всем счастливо.